Добрый вечер. Собрали Topps Chrome 1718 вторую коробку, заключительную. Еще остался Black Gold, единственная коробка. Ну, там, может быть, я даже поучаствую в своем брейке. Ажиотажа нет. Половина собрали команд, половина осталась. Может быть, зайду, как я и написал. Закончу с объявлением, тогда и с ними. А это вторая коробка по старому хрому CL10092579. Хочется, конечно, хитяру какую-нибудь. Но когда очень сильно хочется, тогда разочарование больше. Поэтому настраиваемся просто на хорошие карты. Чисто. Хорошие карты, хороших футболистов. Пакетики сейчас, как всегда, подрежем. В прошлый раз я прозевал автограф. Он скрывался. Он был простой. Рефрактор подмигнул. И я расслабился, и автограф засветил. Если карта в середине будет какая-нибудь тиражная, то это автограф. Если автограф простой, могу также засветить его случайно. Ну, что поделать. Один точно мы достанем. И несколько тиражных карт. В прошлом боксе даже подсерийка была. Там какие-то победители года. Из 50 пике был. Сами по себе карты редкие, а тут еще тираж. Так, ну что, погнали. Погнали. Буффон, Ювентус. Васкес, Севилья. Рико, Севилья. Левандовский. Лайтнинг Страйк, Бавария. Так, сейчас. Вытащу эти сливсы. Так, смотрим. Просто базовый Lightning Strikes. В следующий раз, наверное, эту коллекцию я не привезу пока. Так. У нас автографа случайно нет. Вроде нет. Ну, там другие какие-нибудь привезу, а может быть, похожие. Так, Яноблок, Атлетико, Эльшарави, Рома, Лерой Сане, Манчестер Сити и переливашка, рефрактор, Мануэль Нойер, Бавария. Коллекция старая. Хочется, конечно, по новее возить, но по новее коллекции они дороговаты. О! Это тиражка из 25, что ли, будет? Салах, Ливерпуль, Ройс, Боруссия Дортмунд, Дембеле, Селтик и Монако, Джемерсон. Вот Монако последнее взяли. В прошлый раз автограф был, а теперь вот тиражная карта. Смотрим тираж, да. 9 из 25, Джемерсон. Тоже неплохо. Все-таки низкотиражная карта. Конечно, это не супер команда игрок. Но вдруг они все-таки вверх пойдут в чемпионате Франции. Прошлый год-то не провалили. В этом году, может быть, что-то поинтереснее. Хотя первый матч продули в пух и прах. Сил, что ли, нет мне уже вытаскивать их. Еще одна тиражка из 150 на этот раз будет. Нейнгалан, Рома. Де Брюйне, Ман-Сити, Эбамиянг, Дортмунд, по Челси, Нголо Канте. Челси, тоже смена тренера, 103 из 150, Челси. Сейчас можно доверять молодым, которые еще недавно играли, а вдруг выстрелят. Вроде нет автографа. Иньеста, Барса, Нойер, Бавария, Коки, Атлетико. И снова Иньеста, переливашка, Барселона.
Да, в свое время Гвардиола-то молодого назначили, тоже выстрелил. Теперь модно так. Дели Алли Тоттенхэм, Пике Барса, Навас Севилья, Харри Кейн Тоттенхэм. Наверное, базовый Latin Strike. На всякий случай смотрим сюда. Вот один из одного карты, я даже не знаю, как выглядит в этой коллекции. Может, тоже какой-то рефрактор. Так, вот тут Lightning Strike. Тоже нету авто. Абубакар Порту. Канте базовый Челси. Фабинья Монако. Погба Манчестер Юнайтед. Переливашка. Пакетики базовые, наверное. Маутиньо снова Монако. Макгрегор Селтик. Ромелу Лукаку, Манчестер Юнайтед. Терштеген Барса. Все четыре базовые карты. Так, далее. Трипье Тоттенхэм, Марсиаль Манчестер Юнайтед, Фермино Ливерпуль, Мансити Де Брюйне. Лайтнинг Страйк под серия. Lightning Strike 3. Фьючестаров еще нет ни одного. Наверное, первый фьючестар сейчас будет. Да, фьючестар должен быть. Кайл Уокер Ман Сити. Диего Рейс Порту. Поль Погба Манчестер Юнайтед. И по Баварии Хамес Родригес. Фьючестар. Хамес Родригес. Первая фьючестар карта нашего нынешнего брейка. Да что такое? Хорошо сидят эти карты. Еще один Lightning Strike. Верати ПСЖ. Виктор Мойзес Челси. Хуан Мата Манчестер Юнайтед. По Барселоне Лео Месси. Lightning Strike. Хоть что-то по Барсе. Был бы тиражный, было бы вообще здорово. Так, базовый. Базовый Месси. Четвертый страйк. Так, рефрактор. С рефрактором бывает и автограф базовый, да? Вроде нету. Джека Рома. Харри Кейн Тоттенхэм. Кевин Буа Базель. Переливашка Порту Диего Рейс. Осталось тут немного совсем пакетиков. Где-то скрывается автограф. Где-то автограф скрывается. Базовый Лео Месси Барса. Касильяс Порту. Пулишич Дортмунд. И Де Брюйне Манчестер Сити. Тоже фьючестар написано. Ну какие же это уже фьючестары? Это уже, ребята, настоящие звезды. Кевин Де Брюйне. Может, получается, в 17 году коллекция. В 16 году он еще не был таким крутым. Джонас Бенфика, Суарес Барселона. Сами Хедира Юви. Клуб Атлетик из 250. Гризман. Антуан Гризман. Смотрим тираж. 51 из 250. Сегодня тиражки и фиолетовая, и синяя, и 25, и даже у нас она, как она называется-то, оранжевая. Нголо Канте уже вижу. Фьючестар еще один. Робертс Селтик, Фалькао. Вот такого Фалькао раньше автограф достали. Базовый Монако. Ланг Базель и Нголо Канте, который я уже заранее увидел. Тоже фьючестар. Нголо Канте. Челси. Так. В принципе, еще б тиражку и авто хорошее. Тиражку и авто. Но нету тиражки. Это авто, не тиражки.
Данила Перейра Порту, Синклейр Селтик, Томас Лемар Монако, Найгалан Рома Переливашка. Два пакетика, где-то из них автограф. Где-то автограф скрывается. Неужто тут база? Бруно Варелла Бенфика, Мац Хумельс Бавария, Давид Луис Челси с перебинтованной рукой еще. Трент Александр-Арнольд Ливерпуль. Ну что, в заключительном пакетике должен быть автограф. Автограф. Порвем пакетик. Автограф базовый, что ли? Коки. Атлетико переливашка. Дибала Ювентус. Мбаппе ПСЖ и... Ну, что ты будешь делать? Спортинг. Жилсон Мартинс. Спортинг базовый авто. Не везет, не везет, да, по этой коллекции. Было два бокса, Монако и Спортинг. Автограф размашистый, на наклейке, но он базовый. Так что, к сожалению, наверное, я пока приостановлю привоз данной коллекции. Паузу сделаю. Все-таки хочется хитов, а не вот таких парней. В заключительном пакетике достали Спортинг. Так, ну что, кратенько обзор. Обзор и дальше рассортирую, все уже пакую. И четверг-пятницу, наверное, будет грандиозный поход на почту. Всем постараюсь отправить, кто оплатил, кто сказал, что отправлять. Кто сказал, что не отправлять, пока не отправляю. Часть людей в отпуске, ну, чуть позже, может, в пятницу, в субботу там отправлю. Тогда, чтобы приехали и сразу забрали. Так, итак, Future Star, три карты. Нголо Канте, Челси, Де Брюйне, Манчестер Сити, Хамис Родригес, Бавария. Машина где-то за окном трещит. Четыре Lightning Strike, Месси, Барселона, снова Кевин Де Брюйне, Манчестер Сити, Харри Кейн Тоттенхэм и Роберт Левандовский Бавария. Три тиражные карты, все три разные. Гризман из 250 клуб Атлетико. Нголо Канте Челси из 150. И по Монако Джемерсон из 25. Девятый из 25. Интересная, красивая карта. И автограф. Автограф простенький. Желсон Мартинс, клуб Спортинг. Базовый автограф. Полностью наклейки, ничего выдающегося. Так что вот такой был брейк. Еще раз напоминаю, остался только, наверное, Black Gold. И все. Так что, если кому интересно, можете еще забрать, там три места есть. Если нет, то я сам себе заберу их. Все, пока. Ушел заливать. Всем удачи.